Порядка 60 ведущих промышленных компаний из сферы связи России принимают участие в выставке. Сегодня в Якутске в спортивном комплексе «50 лет Победы» прошло открытие ежегодного, ставшего уже традиционным мероприятия. Компании из 14 городов России представили свою продукцию по предоставлению услуг связи и производства оборудования. Подробнее в материале Саргылана Захаровой. 58 компаний из 14 городов России собрались на одной площадке 7-й выставки промышленности и связи. Здесь представлены производители и поставщики услуг по таким направлениям, как информационные технологии, связь, телекоммуникации и безопасность. Также в сфере промышленности работают площадки Сахапромэкспо, Недра Якутии, спецтехника и экология. Развитие связи и информационных технологий на сегодняшний день – это очень новое направление, которое очень стремительно развивается, и правительством республики уделяется очень особое внимание развитию именно связи и информационных технологий. Выставка за 7 лет обрела популярность не только среди якутских предприятий, но и компаний центральных городов России. В том числе уже не первый год принимают участие московская организация поставщиков спутниковой связи. Сегодня они оснащают беспрерывной связью своих пользователей практически в любой точке республики. Даже на северном морском пути или на в любой точке Якутии. Сейчас Якутия сама по себе – это один из топовых регионов по потреблению в России, то есть начиная с охотников, рыболовов, то есть обычных физических лиц, заканчивая крупными предприятиями горнодобывающей промышленности, нефтеперерабатывающей промышленности. Помимо уже внедренных технологий, на выставке представлены и новейшие разработки. Так, Северо-Восточный университет рассказал о проекте по созданию буровой установки, которая позволит механизировать работу в добыче рассыпных полезных ископаемых. Его мы изготовили, чтобы заменить тяжелые шурфопроходческие работы при разведке рассыпных месторождений. То есть эти шурфы проходят вручную, то есть сначала взрывают шпуры и потом вручную вынимают эту породу из шурфов. И вот наша цель – это механизировать эту работу. То есть мы хотим все это заменить на наш снаряд. Одна из главных целей события – налаживание контактов между организациями промышленности и коммуникации неотрывно друг от друга, тем более в условиях нашей республики. Ну, коммерсанты всегда участвуют с одной единственной целью в выставках – для того, чтобы найти новых клиентов, для того, чтобы заявить о себе, так сказать, миру и заявить о себе республике Саха-Якутия. Результатов ожидаем новые контракты, новые договоры и, соответственно, увеличение наших доходов. Выставка продлится 3 дня. За это время участники обсудят вопросы, в частности, относящиеся к теме экологической безопасности, возможностях спутниковой связи. Саргылана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.